Содержать в чистоте контейнерные площадки – прямая обязанность управляющих компаний. Порядок должен быть не только около мусорных баков, но и в радиусе 5 метров от них. Иначе управляющей компании грозит штраф в размере от 20 до 40 тысяч рублей. На данный момент привлечены 75 должностных лиц. Штрафов выписано более чем на 1 300 000. Специалисты городского управления жилищно-коммунального хозяйства ежедневно проводят рейды и оценивают санитарное состояние контейнерных площадок. Чиновники отмечают, с момента, когда были введены штрафы, а произошло это в июле прошлого года, порядка в городе стало значительно больше. Однако не все управляющие компании оказались готовы оплачивать штрафы и обратились в суд. Все районные суды оставили решение административной комиссии без изменения, с чем вновь управляющие компании были не согласны и подали уже апелляционные жалобы в областной суд на решение районных судов. Таких жалоб 7. Все областные суды апелляционные состоялись. Апелляционные, значит, жалобы удовлетворены не были. Областным судом все решения районных судов оставлены в силе без изменений. Таким образом, в борьбе за чистоту правда осталась на стороне Ивановской мэрии. Управляющим организациям теперь придется или добросовестно убирать контейнерные площадки, или платить штрафы. В решении многолетней проблемы помогло только наказание рублем. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.